Профсоюзы вышли на акцию протеста. Пикетчики собрались у стен Киевского административного суда. Там прошло первое слушание дела о правомерности передачи здания Полтавского профсоюза областной прокуратуре. Также без крыши над головой остались профсоюзные организации в Закарпатье и в Днепре. Главное требование митингующих – отказ государства от имущества профсоюзов, повышение заработных плат и пенсий. Участники акции уверяют, готовы к более радикальным действиям. Если суд и далее будет так автоматом все отбирать, то мы вдамося не до попереджувальних акций протеста, а таких, как уже у всей цивилизованной Европе, так, чтобы гудило все в Києві, перекриті дороги, перевернуті автомобілі. Перше, ми будемо в судах захищати права цих людей, право на власність. Друге, ми будемо виходити на акції протести по всій країні. І точно на початку вересня ми готові до найрадикальніших кроків. Оголошення голодувань по всій країні, перекриття вулиць. Перекриття входів до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України.